Хочу наглядно сегодня продемонстрировать результат выращивания земляники садовой на одном месте более 4 лет. Вот мы тут имеем уже сухую гниль, загущенность посадки, бурую пятнистость, ну и так далее по списку. Вот выражена бурая гниль. Хотите. В общем, действительно нужно следовать правилам выращивания и посадки. Да и сорт у нас неудачный. Какой-то оранжевый, который очень быстро загнивает. Так что лучше всего, конечно, выращивать клубнику на одном месте, клубнику, землянику, как хотите ее называйте, на одном месте не более 4 лет.